была и есть очень важной для его жителей. Озеленение не приносит прибыли, наоборот, это расходный бюджет. Но жизнь в городе становится невозможной без пополнения воздуха, кислорода, без того микроклимата и созерцания, цветения и роста растений. Наш район был очень зеленым и цветущим. Как рассказывали старожилы еще в 30-х годах. Но я могу говорить о том, что видел и в чем участвовал, начиная с августа 1984 года, когда получил должность мастера по озеленению территории Воловарзавода. Целую неделю, помню, мы проводили инвентаризацию зеленых насаждений на территории завода. Растущими оказались более 10 тысяч деревьев и около 12 тысяч кустарников. Где-то 30 видов растительности. Среди деревьев преобладали тополь бальзамический. Экспериментальным путем было установлено, что самый лучший очиститель воздуха и наполнитель кислородом является именно тополь.